Возле кинотеатра «Искр» проходит конкурс мастер-классов «Юные таланты Москвы». Представлено 73 площадки различных видов творчества и искусств. А самое интересное, всему этому учат дети. Мастерами у нас в этом, событии являются дети. Они обучались год или два кто-то, и сегодня дают мастер-классы. И уже дети обучают детей. И они между собой соревнуются, дети, как мастера. Участники конкурса прибыли из 9 районов и округов Подмосковья. Каждый творческий коллектив проводил свой мастер-класс. Лепка из глины, оригами, рисование – здесь, кажется, было практически все. Например, 9-летняя Полина Тен из Видновского шахматно-шашечного клуба демонстрировала свои умения на клетчатой доске каждому желающему. Я рассказываю, как играется венская партия. А можешь показать сейчас? Да. Покажи. Первый ход Е5, конь С3, конь Ф6. После чего на шахматных досках был разыгран славянский гамбит, открытый турнир, название которого имеет соприкосновение с тематикой мероприятия. Эти мастер-классы проходят в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. А для нас это очень важный праздник. Праздник, связанный с нашей историей, и в том числе с историей зарождения христианства на нашей земле. Во время мастер-классов проходил концерт, на котором выступили народные коллективы с песнями и танцами. И все же явное большинство собравшихся желало изучать новые, а порой и необычные художественные ремесла. Подожди, пока сова подсохнет. Конкурс оценивался по 4 номинациям. Лишь одна из них за лучший сценарий мастер-класса была предназначена для педагогов. В остальных выявляли работы детей, которые были главными героями мероприятия. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.